Привет, ребята! Не знаете, что приготовить на ужин? Ловите идею! Обжариваем говяжий фарш. Жарили фарш, добавляем лук. Добавляем пару ложек томатной пасты. Затем добавляем очищенные томаты. Заливаем все это водой. Соль. Базилик. Молотый перец. Пару зубчиков чеснока. Соус готов. Высыпаем макароны. Огонь на минимум и тушим под крышкой минут 15-20. Макароны готовы, добавляем петрушку. Засыпаем сыром и готово. О, какая красота. Простой и вкусный ужин готов. Давайте попробуем. Белиссимо.